вами я, Парио, и добро пожаловать на мой канал. Рот здесь! Да, это Ice Cream 3. И вы хотите сказать, почему я именно третью часть затронул? Потому что я хочу не так по порядку. Первая, вторая и третья. А хочу третья, вторая и первая. Ну, не буду тянуть кота за хвост и будем начинать! Пропажа детей. Вот этот, вот эти двое, они из двух частей были. Короче, этот чувак, он еще какой-то программист, он создавал игру. Как будто это он, типа, создавал какую-то игру, он, типа, что-то айскрим создавал. Можно было заметить еще во второй части, как там это было. Я, наверное... Ой, ё-моё. Так. Ну, такая спокойная музыка. Вот здесь можно поставить разработчика какого-нибудь. Как-нибудь мы какого-нибудь там ютубера поставим, а посмотрю, кто проходил игру и кто один из ютуберов. Так, стоп. Предметы рода? Значит, этот миксер, это был миксер рода. Парень, походу, забрал у него из этого шкафчика первой части. А вот эти ингредиенты, они упали с машины, когда та девчонка не могла вылезти. Почему-то вылезти. Ладно. Дверь закрыта, блин, нужно найти ключи. Так, там телек. О, кстати. Стоп. У нашего главного героя есть собака. А почему мы ее не замечали? О, вот, кстати, ключи от дома. Тихо-тихо-тихо. Рот поет. Опа, чирик. Эй, ты! Да блин, я не успеваю. Значит, говорит, это ты там их похитил, там его друзей. Он смеется. Говорит, что в любой момент может выстрелить из этой пушки. Нифига себе пушка! Небо такое! От рода буду спасаться! Нифига себе, как ловок он! Чего? Он там вроде сказал, это мороженое вкусное, но нужно все равно с ним покончить. Что со мной это? Клик. Ой, привет. Ой, сейчас ему капут. Мороженщик, он же нападает на тех, которые толстые. И нападает еще на тех, кто мешает ему планам. Так вот, какой у него хитроумный план был. Оружие я пока не могу взять. А, мне нужно сначала... Ну что это такое? Прятаться в конуре всегда. Старая песня. Такое чувство, как будто еще голос изменил. Карта и оружие. Кстати, неплохой. Неплохо. Сейчас застрелю. Ладно.
Наверное, нужно вот это. Все, хорошо, мы сломали. Берем карту. Лишь потихоньку мне нужно ходить, чтобы рот не нашел. Он услышал меня. Ах ты ж, блин! А вдруг поворачивай. Я еще даже не успел, блин, нормально играть. Тоже меня первый раз выгрузил. Да ты издеваешься, что ли? Иди в задницу. Ты чё в дом зашёл? Вор! Валим! Нет! Да ты беги! Пики сплошные. А можно окно открыть, хотя бы увидеть, где он находится? Тут так резко, блин, и я не успеваю убежать от него. Вообще так резко нападает. Иди в задницу. Я в домике. Там специально, что ли, стоит? Черт, перезарядка. Да ты издеваешься, рот! Ладно, откроем машину заранее. Все, вот он. Берем карту. Расстилаем. Вот он. Блин, через окно увидел. Так. Какое первое место. Ладно, давайте в лагерь. Поехали. Следующая остановка — лагерь. Блин, а мне этот лагерь... Это чё, лагерь из Монахини, что ли? Кстати, кто еще не в курсе, я, наверное, буду еще проходить Монахини. Монахини. Чего? Это сейчас ко... Ё-моё, я нашумел. Быстро прячемся. Тут можно спрятаться? Злость! Опа-на! Это карта? Это что за карта? Я карту нашел. Ага! Я тут, походу... Так. Тут сейчас залезет! Да ты, блин, наглец! А как ты заметил, я спокойно сидел в палатке. Подлец, блин. Читер, блин. Ладно. Как и в прошлой игре. О, а можно мне эти пистолеты, пожалуйста? Мне они очень нужны. Блин, ладно. Потом, может, посмотрю ролик какой-нибудь. Может быть, достану как-нибудь оружие. Так, нужно найти... Вот, ножницы. Да, блин, он сейчас найдет меня. Сейчас раньше времени, блин. Я это чувствую. Вы не офигели там, мистер Рот? Вы ёбаный волшебник. Ты издеваешься надо мной? Я не могу выйти! Да ты издеваешься! Вроде я нормальное поставил, несложное. А почему он такой, блин, жесткий? Он наглый, блин. Лом нужно найти. Как раз ему по роже дам. По роже нужно дать ему.
кросс ему поружит. Да я опять застрял! Ну чё я всегда застреваю, блин, как Винни-Пух, блин? Помогите! Ё-моё, я думал, всё, я застрял. Так, что это? Это он уже всё затолканул. Блин, а вот эту клетку надо убрать. А где лом достать? А лом-то где? Я не могу найти лом. Вот она, монтировка. Ей! Спускаемся. Блин, а входы как из монахини. Помню, вот такие же ходы были. Монашки. Прям такие же ходы строила. Иди в задницу! Ты чё обосраться хочешь? Иди на... Иди нафиг, блин. Ну наглый, блин, он нагло себя ведёт. Он просто читер, блин, он ведёт сначала себя нагло. Чё, его нет вроде. Блин, а зачем я куда-то не туда нажал? Блин, я хотел в другое место. Ладно, можно потом исследовать сейчас. Сначала брошу я здесь монтировку на всякий случай. Может быть, буду... Роду буду бросать это. Так, ладно, мы тут еще, я еще тут ничего не изучил. Так, забираем карту. Так, ладно. Вот это... мне нужно, короче, идти по правильному направлению, чтобы найти какое-то... Не, я неправильно сейчас иду. Да куда-то сюда. Так, сюда мы сможем спрятаться, если Рот за нами будет идти. Пока что его тут нету. Чё? Ну вот Рот нагло себе ведёт. Потом что? Потихарю нужно. Чёрт ногой, блин, охрен этот Рот. Он прям, наверное, там стоит, куда и мне надо. Твой, запрыгивай. Чё, вот там. Музыки нет, значит, Рот очень далеко. Ты не офигел, блин? Музыка затихла. Тебя не должно быть. Черт, мне кажется, я всю серию тут проваляюсь. Уже, блин, а... Слушай, какой тут этот наглец. Лучше бы ты стал хорошим. Вот где-то здесь. Что это? Это нужно прокопать? Джей. Чё? Стоп, это ты с второй части? Не, я пока лучше отойду. Так, а куда? Не именно. Где-то, смотрите, где-то вот... Во! Где-то сюда можно идти.
где? Чё? Это вот тут. Понятно. Ложим карту сюда. Походу, в этом месте важно что-то зарыто. Ладно, с тобой там потом поговорим. Так, закрыто. Чё, серьёзно закрыто? Как мне отковырять? Хватит, хватит. Тихому. Вы сейчас на этот дом надеть. Я вижу его. Вот наглец! Это чё? Это чё? Открывай. Нашёл меня. Давай. Ого! Что это за место? Вау, это нычка просто. Это нычка, где можно за родом следить. Вообще. А где он сейчас? Сейчас, блин, ко мне-то не зайдет. Закрыто. Мне кажется, в эту дверь вообще никак нельзя зайти. Типа специально так сделано. Но все равно, это типа такой секрет, наверное. Ключ красный. От красного замка. Ну ладно. Ладно. Тогда спускаемся. Здесь там делать просто нечего. Начало у меня просто плохое было, блин. Наверное, 20 минут видео будет проходить. Ничего. Ничего, что будет видео 20 минут идти. Ну и у моего брата дольше были видео. Да-да. Так, чё? Дай фонарик, кстати. Ладно, мне и твоего оружия хватает. Вон, погнали в магазин. Следующая остановка — торговый центр. Понятно. О, бургер! Инопланетяне хотят бургер. Рыбки! Кстати, я от этого раньше не замечал. Какие дела, значит? Так, понятно. Давай. Открывай! Открывай быстрее! Сейчас рот сзади придет ко мне. Какого хрена? Давай, давай, давай. Все. Блин. Так, что тут? Лопата! Есть! Лопата! Что тут? Тут можно спрятаться, если рот. И уточка. Ну, уточка вряд ли поможет. Но все равно возьму. Так, где рот? Вот он. Splinter Cell. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Я терминатор. Дун-дун-дун-дун. Дважды меня заморозил, а я еще живу. Все, идем складывать. Ложить нашу лопату. Ты ж, блин! Ты ж, блин, а блин! Ты ж, блин, как зазвенело! Аккуратно, не мог положить! Блин, а сейчас там, куда мне нужно? А может быть, рыбку нужно поймать этой уточкой? Не знаю, ну, наверное, да. Да он там только наверху ходит. Спокойно мне можно считать. Ах ты ж, блин, а наглый! Какой ты. Вот наглый у нас какой. Вот какой у нас наглый волшебник. Все. Потихарю. Тан-тан-тан-тан. 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 Ладно, хватит терминатора играть. Берем удочку, пытаемся поймать рыбу.
Корял. Есть режим удочки какой-то. А где сейчас срут? Он поднимается. Ладно, попытаюсь я в обход так пойти. Правда, не он, а сейчас сам так пойдет. Я угораю, как он ходит. Иногда кажется... Да, он толстый, блин. Не может нормально ходить. Ладно. Пока он там что-то вовсю разговаривает, я пошел ловить рыбу. Рыбку ему поймаю. Да-да, я тебе рыбку поймаю. Сейчас сроду рыбку поймаю. Ах ты ж, блин, дошел все-таки меня. Свистун, блин. Зачем мне удочка? Кого мне там прикармливать? Как будто я сейчас найду какого-то крокодила и буду кормить его. Давай отсюда, давай ловим. Будем ловить рыбу. Блин, если я пора... Давай! Давай! Быстро, быстро! Куда, куда? В цирк! Погнали! Так, что в цирке-то у нас будет? Не, лучше открыто я его оставлю, чтоб... Откуда вы? Вот читер, блин, этот! Где этот читер? Реально, читер, блин, какой-то. Сейчас зайду куда-нибудь. Куда он меня никогда не найдет. Ты что, блин, хитрый какой? Блин, а последняя жизнь. Да мне сейчас звезда будет. Читер идеально. А, я понял. Мы типа удерживаем их, толкаем. Ну, кстати, да. Удобно. Так, нужно это... Он думает, что мы дураки. Ладно, я, наверное, ему по морде буду хлестовать. Я не могу растолкать коробку. Толкай их лучше, блин. Ой, ё-моё. Да чего, блин, нам? Ладно, наверное... Ну, блин, я вот тут жду, нажимаю, ничего не работает. Я ладно, надеюсь, походу при... Да не, я вообще так делаю. Я вот до конца так делаю, оно ничего не делает. Во, просто игнорирую. Тут нам коробка Brain Dance показывает. Брейкданс показывает. Ладно, с вами был я, Парио, и живая коробка, которую я делал брейкданс. Видео зашло и так очень долго. Если вам понравилась эта игра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И чем больше будет лайков, тем больше... Чем лучше я буду играть айскрим, и, может быть, даже достану эти пистолеты. Закрыто. Ух ты ж, ёбаный волшебник, рот. С вами был я, Парио, всем удачи, всем пока.